Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Гуляков, он же моряк, это «Фокусы от моряка». Я рад снова приветствовать вас в очередном своем видосике. Сегодня я подготовил для вас очередной карточный фокус, надеюсь, он вам понравится. Итак, давайте для начала возьмем нашу колоду и потасуем ее. Потасуем ее немножечко, и я дам вам возможность запомнить две карты. Итак, сейчас я буду пролистывать колоду, вам необходимо будет остановить меня сначала в одном месте, потом в другом месте. Вы готовы? Да, Катя, конечно, мы готовы! Поехали! И раз, к примеру, стоп, вы сказали в этом месте, и вы запоминаете, это первая карта. Хорошо. Продолжаем. Стоп, к примеру, вы сказали здесь, и вы запоминаете эту карту, это будет вторая карта. Запомнили, да? Хорошо. Теперь давайте мы эти стопочки снова между собой вот так вот перемиксуем. Перемиксуем, и можно немножечко покрутить их там различными способами. И теперь давайте посмотрим, что из этого всего получится. Итак, две карты, которые вы случайным образом выбрали, я думаю, они сейчас себя проявят, потому что это фокус очень простой, и вуаля! Опаньки! Нет, друзья! Картишки себя ваши не проявили, если, конечно, вы запоминали не два джокера. Да, это были два джокера? Нет, нет, ты ошибся, горе-фокусник, проваливай со сцены! Нет, друзья, я и не говорил, что фокус не удался. Да, да, выпало два джокера, такое бывает. Но эти джокеры, ребята, между прочим, непростые. Давайте мы сейчас с вами вот так вот карточки все эти сложим. И посмотрим, что мне шепнет первый джокер. А первый джокер мне шепнул, что одна из карт — это карта под номером 18. Ты уверен, парень? Да, да, 18-я карта, черт возьми, моряк, бери 18-ю карту. Хорошо, давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18-я карта какая была? Это была шестерка червей. Конечно же, выпадает шестерка червей. Кто-то из зала кричит: а, да он просто пройдоха, ему просто повезло. Давай, попробуй повтори это со вторым джокером, что он тебе там шепнет. Так, ну давайте попробуем, давайте посмотрим. Давай, шептун. Второй джокер шепчет моряку, что: морячок, эй, морячок, бери 43-ю карту. Да, как пить дать 43-ю. Он сказал, что карта должна быть 43-я. Ха, да у тебя ничего не выйдет! Ну давай возьмем! Итак, это была карта 18. Нам надо 43. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43 карта. Какая была карта, назовите вслух? Это была карта неудачи, пиковый туз! И черт возьми, это появляется пиковый туз! Эх ты, шарлатан, да у тебя все было заготовлено заранее, никто тебе ничего не шептал. Но нет, друзья, джокеры реально шептали. И хочу сказать, что все это время на джокерах висело предсказание. На этом джокере висела табличка с цифрой 18. Именно 18-я карта и была шестерка червей. А на втором джокере все это время висела вот такая вот наклеивающаяся полосочка, да, с цифркой 43. И ваш пиковый туз — это была 43-я карта в колоде. Все сложилось, все удачно, джокеры моряка не подвели. Ладно, так и быть, признаю, ты фокусник. Спасибо, уважаемые друзья. Ну а мы, конечно же, переходим к обучению данному фокусу. Итак, друзья, добро пожаловать в обучение данному фокусу, но прежде чем мы продолжим, хочу сказать, что для показа данного фокуса я пользуюсь колодой Bicycle Standard. Это самые популярные карты в мире среди всех фокусников, ну и игроков, кстати, тоже. Данные картишки вы всегда можете купить в моем магазинчике карт моряка, ссылка будет в описании. Там я собрал большое количество классных карточных колод, которыми мы все фокусники и игроки пользуемся. Кроме того, покупая Bicycle Standard в моем магазине, вы бесплатно к этой колоде получаете 3 классных бонуса, которые вам очень пригодятся. Итак, друзья, ну что же,
давайте начнем изучение данного трюка. Да, хочу сказать, что если вы до сих пор не поставили лайк этому видосу и не подписаны на канал, то прямо сейчас это сделайте и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов на нашем судне. Итак, жми на наш корабельный колокол и добро пожаловать на борт. Ну что ж, давайте мы начнем данный трюк. Итак, смотрите, для начала мы используем обычную колоду карт. Ну, как бы, да, это все, что нам надо знать. В данном фокусе небольшая подготовка присутствует, и я хочу, чтобы вы запомнили вот эти числа. 9, 18, 25. Что это означает? Это означает количество карт, под которые мы будем класть наших джокеров. Итак, смотрите, на одном джокере мы делаем предсказание 43. Вот это 43, да, мы берем и клеим на обратную сторону. Можете использовать вот такие закладки для документов, как я. Можете использовать, например, лейкопластырь. Можете прилепить белый такой медицинский пластырь и на нем уже написать предсказание. Можете просто на джокере написать. Но лучше использовать тогда, конечно, красную колоду, будет видно лучше. Итак, вот эти предсказания мы берем и лепим сюда, на этих джокеров. Ну, можно, конечно, и вообще без предсказаний обойтись. Но, как по мне, это такой в конце еще дополнительный эффект. Итак, один джокер с предсказанием 43-я карта, другой джокер с предсказанием 18-я карта. Итак, 9, 18, 25. 9. Берем 9 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Под 9, под 9 карт мы кладем джокера с наибольшим числом. То есть 43 в данном случае мы кладем под 9. Далее, 18 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 карт мы кладем под джокера. И следующего джокера с наименьшим числом, с числом 18, мы кладем под 18 карт. И здесь у нас остается 25. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 5 карт. Все, 25 карт у нас остается здесь. Итак, вот наша подготовка закончена. Да, теперь мы приступаем к демонстрации. Итак, колоду тасовать нельзя, подснимать нельзя. Можно делать фальш-тасовки, можете делать фальшивые подснятия. Да? То есть фальш-тасовку я показывал самую простую в демонстрации. То есть я достаю карты, да, только достаньте, смотрите их, не захватите случайно джокера, потому что он рядышком вот здесь вот где-то лежит. Вот он. То есть мы берем меньше половины карт вот так вот захватываем. И типа тасуем, да, делаем самую простую тасовку фальшивую, то есть я отсчитываю 8 карт, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и потом оставшиеся карты я просто кидаю на мизинец. Потом из-под мизинца я эти карты забираю, и снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тем самым как бы я ничего не сбиваю, количество и последовательность карт сохраняется. Если вы не умеете делать эту фальшивую тасовку, то идите в мой плейлист «Школа новичков», там вы многому чему научитесь. Итак, то есть мы потасовали, данные джокеры у нас продолжают лежать здесь. Окей, сейчас нам необходимо попросить зрителя, чтобы он нам сказал «стоп» в паре мест. Ну, к примеру, мы начинаем пролистывать колоду, и он говорит «стоп». Важно остановиться после первого джокера, да, и до второго, вот в этом промежутке. То есть, смотрите, мы берем, к примеру, зритель говорит «стоп», вот он у меня мелькнул сейчас джокер, вот он был. И вот после него мы остановились и показываем первую карту. Первая карта зрителя – пятерка пик. Важно, чтобы джокер остался в этой стопке. Вот он. Итак, показываем зрителю его первую карту, он запоминает это 5 пик. Далее мы пролистываем так, чтобы второй джокер мелькнул. «Стоп», к примеру, сказал зритель. Зритель, к примеру, говорит «стоп», да, но мы джокер один хер должны пролистнуть. То есть мы его пролистнули, вот он у нас в этой стопке остался. Показываем зрителю вторую карту. Это карта 8 буби. Эту стопочку мы можем тасануть и положить сюда. После чего мы накрываем эту стопку последнюю сначала первой стопкой, а потом второй стопкой со второй картой зрителя, с восьмеркой буби. Все. Когда мы это сделали, мы говорим, что карты сейчас себя проявят, да, обязательно проявят, щелкнем пальчиками или еще что-нибудь и раскладываем лентой. Но проявляют себя два джокера. Мы эту стопочку вот так вот смещаем сюда, да, и джокера выдвигаем.
От Джокера эту стопочку также смещаем, сюда кладем, Джокера выдвигаем и эту стопочку смещаем. Теперь мы накладываем в обратной последовательности. Если в предыдущий раз мы клали первую, вторую, то сейчас мы кладем вторую стопку и накрываем все первой стопкой. Итак, первым делом у нас самый крайний Джокер, которого мы вытаскиваем, это Джокер с цифрой 18. Вот он, с цифрой 18. Поэтому мы берем Джокера, трясем его, да, говори, сволочь, да, говори, какая карта, где она. Ну, он там типа шепчет 18 карт. Берем 18 карт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 18 карта. Это пятерка пик. Первая карта зрителя. Трясем второго Джокера. Он нам говорит, что это 43-я карта, да? Итак, 18-я карта. Мы продолжаем счет. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2. И 43-я карта. Это восьмерка буби нашего зрителя. Ну, там какой-нибудь зритель кричит: «Гоните в шею этого шарлатана со сцены!» Но мы говорим, что нет, ничего заготовлено не было. Джокеры действительно предсказали, и не зря у них сзади наклеено предсказание, говорим мы. То есть мы можем эти... Вот если в моем случае это закладки для документов, я могу их вот так вот оторвать и на белый фон наклеить, чтобы лучше было видно. Что этот Джокер реально не врал, я это не с башки взял. То есть это реальные цифры, которые предсказали Джокеры. То есть мы можем их так перевернуть и наклеить. Вот такой вот несложный карточный фокус, друзья, который, надеюсь, вам понравился. Ну а на связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк. Я с вами прощаюсь, и пусть боги моря и небес, как прежде, вас хранят. Пока-пока!